Первым представляем бойца в синем углу. Introducing for fighting out of the blue corner. Бойцу 30 лет. Его рост 167 сантиметров, вес 57,6 килограмма. Его профессиональный год 22 победы при 11 поражениях. И его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's very exhausting. 167 centimeters tall, official weight 57.6 kilos. A 7-man specialist with professional rigor. 22 victories and 11 defeats. He's the scare of Kyrgyzstan. Fata Rizkumpe, Kyrgyzstani Dragon Ibrahimov. А вот и его соперник красного октагона. And his opponent, the crown of the cage, fighting out of the red column. Бойцу 32 года, рост 165 сантиметров, вес 56,85 килограмма. Боец с профессиональным рекордом 13 побед, 6 поражений, ladies and gentlemen. He's 32 years old. He stands 165 centimeters tall, weighing at 56.85 kilos. He's a wrestler with professional record, 13 victories and 6 defeats. Дамы и господа из Гроссова Россия, приветствуйте Расул Алвасхана! Реферим боя Максим Протасов. Первый поединок Гран-при ACA в 2023 году. Поехали! Каждая весовая категория пройдет Гран-при. Общий призовой фонд порядка 10 миллионов долларов. Есть за что сражаться. Итак, Расул Алвасханов против Фарызкулбека Ибраимова. Весовая категория до 57 килограммов в красном углу Расул, в синем Рыскулбек. Очень опытные спортсмены. Более того, для мухачей они, можно сказать, уже возрастные, потому что категория за 30, да, находится в ветеранском уже разрезе скорее. Да, пока осторожничают. Пока очень аккуратно прощупывают. Формат всех поединков 5 раундов по 5 минут. Я имею в виду бои именно Гран-при. В этой весовой категории, конечно же, мы сегодня увидим еще один бой, Букуев против Гаджиева, но интересно, кого добавят еще в этот турнир, потому что есть такие люди, как Гафоров, Пшуков, Асатрян, Аскар. Ух ты! Просто как юла сейчас вертелся Алвасханов с такой скоростью, что если бы попал, потряс бы абсолютно точно. Да, было очень красиво. Русулбек очень аккуратно действует. Не идет пока вперед. Больше, наверное, рассчитывает на какие-то действия со стороны Расула. И вот посвистывает опять скучающие болельщики. И на самом деле, мне кажется, делают это зря. Потому что нерв-то отлично чувствуется в этом противостоянии. Самое начало боя. А, кстати говоря, у каждого есть опыт и длинных боев. Попытался лоу-кик пробить Расул. Опять крутанулся там на одной ноге вокруг своей оси. А Ибраимов, с одной стороны, кажется, немного застыл в правосторонней стойке левши. С другой, просто максимально внимательно смотрит за каждым действием Расула Алвасханова. Тогда на встречу не получается, но все-таки начинается борьба. Удастся ли сейчас посадить окончательно? Ибраимов внимателен. Здесь переход на удушающий может произойти буквально за секунду. С другой стороны, как перехватился здесь Расул Алвасханов. Пока не получается. Но ситуация невероятно опасная. Еще не вспотели парни, много сил. Не видит пока возможности Расул Алвасханов для того, чтобы перевернуть оппонента. Да,
Еще один заход тут же. Да. Там еще и с пролом себе помог и нагрузил. Зацепил ногу. Как борется Албасканов. Ух ты! Какой переход за спину. Просто филигранный. Попытка была там на арбар выйти, но не получилось. Ну и Рыскулбек встает. Вот та самая непрерывность борьбы во всей красе. Шикарно. Очень приятно наблюдать за подобными поединками. Это вот как раз говорит о высочайшем уровне подготовки во всех компонентах. И порубиться могут, и вот так в борьбе повозиться. Но каков же Албасканов? Как смотрим, он забирается? Смотрим. Пытается растянуть, гудит публика. Одна нога заправлена, другая нет. Попытка номер два. Из 13 побед 7 побед удушающими приемами в карьере у Расула Албасханова. Он всегда форсирует события и хочет выиграть в первом раунде, как можно раньше. Но непременно удушающим приемом. При этом у Албасханова есть 5 поражений приемами. Можно сказать, такой грэпплер, который сам борется и другим дает. Хватит ли рычага сейчас Расулу Албасханову? Пошел прием, очень глубоко рука. И чуть-чуть не хватает, там скрутился уже Рыскулбек Ибраимов. Он держится, держится. Еще глубже. Сейчас нужно проверить, насколько в сознании Рыскулбек. Но пока видно, что рука двигается. Это значит, что есть достаточное количество кислорода. И закисляется здесь Расул Албасканов. Он просто мангуст. Да, и пообщался сейчас Протасов с Рыскулбеком, потому что все в порядке. Может он дышать. И размыкается захват. И оказывается сверху Ибраимов под занавес. Вот здесь очень опасная история, потому что пересаживается, по сути, фулл-маунт. И все. И время сейчас сыграло на руку, конечно, Расулу Албасканову, потому что весь раунд он тотально доминировал. Да, о победителе в раунде вопросов быть не может. В потенциале боя вечера. Да, пока идет на всех парах к этой награде. Потому что шикарная работа. Вот особенно здесь мне очень понравилось, как оперативно срабатывает Албасканов. Очень здорово забирается. И сейчас раскисляют руки Рыскулбеку. На ногах уже Албасканов и покидают секунданты клетку. Это значит, что мы будем продолжать. Так, смотрим продолжение. Второй раунд. Правосторонний стойкой левши у Рыскулбека. Порция финтов от Расула Албасканова. По защите. Да, пытается подобраться максимально безопасно Рыскулбек, выставляет эту руку для того, чтобы прощупать необходимую дистанцию. Прицеливается. Постоянно сбивает эту переднюю руку Албасханов. Пританцовывает сейчас Рыскулбек. Поменял стойку Албасканов. Но бить из правосторонней пока не решился. Ну да, потому что есть опасность подхвата за ногу, и дальше будет очень трудно. Ух ты, а вот встречный тейкдаун сейчас пошел. Там как человек-паук, просто по стенке Албасканов пытался пройти. Пытается на физике сейчас проехать Рыскулбек Ибраимов. Подработать корпус соперника под себя. Да, и будет, видимо, пытаться провести гильотину Расул. Но сколько было таких ситуаций, когда шею забирали, контроля не хватало, а потом все. Прилагает много усилий все-таки. Здесь видно, что напрягается бицепс. Сколько же сил потратили бойцы? Это только второй раунд.
Здорово прихватывает так собственное бедро, нагружая при этом голову, не давая подняться. И самое главное, увеличить вот этот люфт для того, чтобы пробить справа или с левой наоборот. Там Расул держит сам себя за ногу, закрывая таким образом замок. Но нет. Все-таки хавгард. Диагональ. Ибраимов работает классически. И у него такой уверенный хавгард, при котором и в маунт-то заходить, может быть, и не стоит. Есть удар с левой. Да, вот сейчас в сложной ситуации оказывается уже Расул, потому что подняться трудновато, не так просто на самом деле. Ну, если мы говорим о неком переломе в этом бою, и если он действительно происходит, то начался он в конце первой пятиминутки. Все-таки вывернулся Албасханов, но, наверное, рано пока делать выводы, это промежуточное было. Хорошую скорость продемонстрировал Ибраимов. Забежал за спину и можно наносить удары. Правую руку завел. Нет. Минута 45. Да, есть удары справа. Грузит туда под челюсть, пытается попасть. Расклубек. Левую ногу не освобождает, не заводит чуть дальше ее Раскубек Ибраимов. Вот сейчас меняется немного положение вещей. И что отсюда придумает Расул? А уцепился очень здорово за ногу и сам вышел. Ну каков мастер! Классная борьба. Это то, чего мы ожидали от данного четвертьфинала Гран-при. Скорее всего, в бою Букуева и Гаджиева без нее не обойдется. Но вот такой яркой, красивой, стремительной, со сменой позиции она может не получиться. Да, это еще впереди события, собственно говоря, главное. Сегодня пока в объективе у нас Ибраимов и Албасханов 45 секунд до конца второго отрезка из пяти возможных. Много здесь стоят уже возле сетки, так замерли. Пытается, вернее, Ибраимов разжать этот захват, который есть на корпусе. Ром, нет такого ощущения, что уже сейчас прослеживается преимущество Ибраимова в физике? Нет, пока вообще бы с этим не торопился, особенно с этими оценками. Всегда обращаю внимание в перерыве на то, как дышат парни, на то, как они готовы. Вот где-то перевалим за экватор, тогда посмотрим, можно будет делать какие-то промежуточные выводы. А так или иначе, концовку этого раунда выигрывает Расул Албасханов. Выигрывает ли он весь раунд? Большие сомнения. Минут боя позади, впереди, возможно, еще 15. Как всегда, все осторожно в начале. Да, выставляет джеб Раскулбек и по нему так периодически набрасывает Албасханов. Левше Ибраимов. Лоу-кик. Вообще нет ударов по печени. Соответственно, понимает, что действительно здесь могут воспользоваться этим маневром. Двойку пробивает
Раскубек Ибраимов. Правый снизу, левый прямой. Ну, действительно, считается, что очень много действий, направленных именно на борьбу, на обман внутри этой борьбы. Да, завалился, но при этом прихватил шею. Смотрим. Увеличивает давление, оказывается, сверху. Хавгард. Как же здорово, прихватывая шею, понимая, что приема не получится, но можно за счет этого улучшить позицию. Албасканов тут же перекидывается сверху. Ну, Расул не раз показывал свою феноменальную борьбу в Лиге ИСЕЙ. Вот сегодня он раскрылся по-особенному, честно говоря, потому что с тем же Кирефовым по-другому совершенно бой проходил. Действительно, были такие неприятные точки в карьере у Расула. Но, возможно, сейчас он находится внутри нового витка своей карьеры. В самый раз гран-при – это очень высокая мотивация для достижения подобных результатов. И еще один заход. Верит или нет? Нет-нет, там левая рука просунута под локоть, не дает возможность зайти именно на шею. Поэтому там много таких защитных моментов. Ибраимов ждет. Две минуты в этом раунде позади, их забирает Албасканов, это понятно. Чем ответит Раскулбек и сможет ли он сейчас что-то изменить? Контроль только одной ногой, не может треугольник закрыть Расул Албасканов, и поэтому не доделывается этот сабмишн. Ну, в конце концов, тоже здесь не из библиотеки пришел Раскулбек. С хорошими навыками он умеет защищаться, и поэтому этим объясняется как раз вот долгое стояние, да, здесь возле сетки. Как говорит Александр Васильевич, Мечков, но он же тоже не кукурузу охраняет. Да, безусловно. По две ноги замок. К более классической работе переходит Расул. К большему контролю, может быть. Да, показывает одобрительность сейчас из угла Расула Албасханова. Мол, все в порядке, вот так, да. В таком же стиле можно работать. Держать его здесь, работать по корпусу. Периодически по голове, вот здесь опять за спиной. Попытка была забросить ногу, не получилось. Там отзащищался хорошо Раскулбек. Ударить коленом здесь не получается амплитудно, потому что нет хорошего упора. Нужно чуть-чуть приподняться Расулу, но это уже другая история. Еще один заход за спину. И вот тут действительно очень хороший вопрос о функциональной подготовке Расула, потому что много предпринимает усилий, он много предпринимает попыток удушающих приемов. Это все трудозатратно. Да, при этом не исключается того, что сейчас на карточках 1-1. Если Расул забирает этот третий раунд, впереди еще 10 минут, и Ибраимов может сейчас экономить силы, чтобы как раз включиться в эти 10 минут. Розыгрыш как бы двух раундов идет, не одного. Да, совершенно верно. Тактически могут они, в принципе, сейчас оба пережидать. Вот особенно Раскулбек, конечно, сейчас максимально такой спокойной позиции находится, ничего не предпринимает. Ну, на первый взгляд, по крайней мере, слишком тяжелого для себя. Да, 25 секунд, и с этим отрезком все более-менее понятно. Еще попытка приема. Бесчисленная, наверное, за эти раунды. Неплохо по голове. Все. Пока все. Минутный перерыв, и впереди чемпионские отрезки. Первый бой гран-при. Каким упорным он получается. И качели. Все составные хорошего поединка присутствуют. Но состав, конечно, даже четырех этих участников гран-при совершенно невероятный. Есть там еще история у Раскулбека Ибраимова с Вартаном Асатряном. Такая незаконченная, с вызовом друг друга. Да, тут непонятно, чем этот закончится. Может, не вызывать не придется. Но в перспективе
вне гран-при, наверное, да, вполне почему нет. И, насколько я понимаю, Расул или Раскулбек выходят на Имрана или Курбана. Покажет время. Парни на центре. Да, в полном порядке сейчас и тот, и другой. Надо признать. Готовы продолжать. И вот сейчас опять как будто бы до перевода все пойдет. Но даже если, кстати, Ибраимов делает перевод, потом Лобасканов очень здорово может сконтрить. При этом во втором раунде именно Раскулбек был быстрее. И в партере он умело забегал за спину, менял позиции и оставался в выигрыше. Практически до самого конца. Вот здесь в левше работает Лобасканов. Опять же, драматургия получается очень интересной. В конце первого раунда вроде бы переламывает Раскулбек. Второй раунд Раскулбек выигрывает, но в конце переламывает Расул. Третий, более-менее понятный, Албасканов его забрал, там, тотальный контроль на протяжении, навскидку, 4 минут. Хорошая попытка побороться, ее сразу же увидел Албасканов. Уперлись здесь достаточно серьезно, один за шею прихватил, второй еще за бедро, есть. Еще прием. Хороший контроль. Но нет, здесь просто перейдет в очень удобную позицию для себя. Да, ценой вот этого, ценой этой угрозы. И не в первый раз мы видим, когда ценой угрозы удушающего приема Расул, возможно, не доводит до конца этот прием, но получает позицию, которая позволяет ему контролировать оппонента практически там, ну, если не полраунда, то очень длительное количество времени. Вот все сейчас вернулось в позицию именно третьего раунда. Да, совершенно верно. 3,5 минуты. Впереди. И пока... Мы можем говорить, наверное, вот просуждать в сторону того, что при таком положении вещей Раскулбек Ибраимов Акарас уже в очень сложном положении. Ему придется в пятом выигрывать досрочно, если вот так все будет в этом. Вполне возможно, сейчас давление на стороне Расула Албасканова, он вяжет по рукам и ногам. Представителя Кыргызстана, тот делает все для того, чтобы подняться, но это пока выглядит очень натужно. Кстати, разговаривая с бойцами, со специалистами из лиги ИСЕЙ, спрашиваю коллег, журналистов в том числе, вот однозначного мнения по этому бою было сформировано не у многих, но однозначное мнение о длинном поединке практически у всех. Да, это же складывается из уровня оппозиции. Прошу прощения, потому что высокий уровень и у того, и у другого. Но, опять же, когда ну, эти там два листка бумаги складываешь, видно, какой лист больше, какой меньше. И в данном случае видно, что на небольшую часть, но этого достаточно, Албасханов интереснее. Он, правда, интереснее предлагает здесь... Что-то такое, против которого, к сожалению, Ибраимов пока не способен противодействовать против этого. Да, и на самом деле шансы были неплохие. В стойке в том числе Раскулбек, казалось бы, должен был делать больше. Именно в стойке. Да, лишает, опять же, опоры постепенно Албасканов. Ибраимова. Но у нас вот в концовках что-то интересное происходит в раундах. Потому что здесь мы имеем 2,5 минуты сейчас контроля Албасканова. При этом минимальное количество ударов. То есть по урону прибавка нулевая. Ну или мизерная. Еще минута. Раздосадован Раскулбек Ибраимов. Он ничего не может сделать с этой борьбой Расула. К этой секунде. Наверняка Албасканов очень хотел бы и пятый провести в таком же ключе.
Но если не получится, тогда сушить раунд придется по-другому. Каким образом? Ну, видимо, используя велосипедные технологии. Да нет, вряд ли, конечно, в этом случае. Я думаю, что в подобном же стиле, опять же, все до перевода будет. И не исключаю, что... Причем, даже, сейчас, прошу прощения, да, закончу мысль. Даже если Раскулбек сейчас предложит какой-то взрыв в стойке, все равно найдет, как мне кажется, момент Расул нырнуть в проход и опять завязаться. Посмотрим. Хочется верить, что в этом бою еще жива интрига. Ну что, пятый раунд. Затяжного, напряженного противостояния первого поединка Гран-при наилегчайшего веса между Расулом Албасхановым и Раскулбеком Ибраимовым. Если вы только что подключились, внимательно следите, потому что развязка наступит либо по итогу 5 минут, либо меньше. И готов зарубаться Ибраимов. Вот об этом как раз я и говорю. И что самое интересное, Расул ему дает бой как раз в стой. Но при этом работает довольно низко. Попытка тейкдауна от Раскулбека Ибраимова. И, возможно, это ошибка, которая может стоить всего. Ну нет, хорошо. Вот здесь левое бедро прихватил. Левой рукой, вернее, бедро прихватил. И не дал возможности пройти и забраться за спину Албасханову. Уверен в своих силах, значит, Раскулбек, если он так. Да-да-да, как раз вот вопрос той самой экономии. Да, он сейчас выходит на первый план. И сейчас уже терять-то нечего, 4 минуты остается. Сверху Раскулбек Ибраимов. Это, конечно же, шанс для него. Расул держится за руку. И сейчас будет, видимо, сушить поединок здесь. Пытается заправить ногу Раскулбек. Да, так постепенно продавливает, но не дает этому маневру случиться. И не может освободить руки Ибраимов. Да, ничего не происходит пока. Опять же, рефери все видит. Пока к активности не призывает. Да, вот сейчас вы слышите, что Протасов делает замечание бойцам. Освобождает руку Раскулбек. И вот то, что... Тот самый момент, о котором ты говорил. Да, и он случился как раз вот примерно в аккурат в те же самые минуты, как это было в предыдущих раундах. Подобное же течение событий. И любопытно еще вот что. Что если Албасханов мог контрить, то обратно это не случалось чаще всего. Сейчас посмотрим. Пытается подняться Раскулбек Ибраимов. Да, было близко, было интересно. Сейчас Ибраимов мог, кстати, сконтрить. Я тоже заметил, но крепко держит здесь Албасханов. Общается с болельщиками. Да, большая группа поддержки у Расула. Математически все складывается успешно для Расула Албасханова. И не забываем, что это первый круг Гран-при. На кону выход в полуфинал. А там призовые еще больше. Все пока не меняется в этом рисунке. Да, как же, наверное, досадно все-таки Раскулбеку, что в данном случае
интереснее в плане борьбы. Более цепким становится Расул Албасханов. По затылку бить нельзя. Хаммерфисты можно. И вот так через руку берет Расул Албасханов. Хороший ручной треугольник. Смотрим, получится или нет. Вкладывается. Вкладывается в него Расул. Замыкает захват, увеличивает давление. Ставит. Ай, все-таки срывается, да. Но ставил причем еще ногу на бедро. Ой, на корпус. Всего минута до конца боя. В очередной раз терпение и стойкость проявил Расулбек Ибраимов. Да, браво. Здесь он все-таки смог отзащищаться за счет собственной воли и характера. Но при этом пятый раунд тоже не вызывает вопросов у победителей, как и четвертый и третий. Да, здесь, наверное, очевидно все. Попытка на Кимуру здесь выйти у Ибраимова. Там отчаянно защищается. Да, да, да. Пошел прием! Глубоко рука и придержан там в этом случае Расул Албасханов. Смотрим, смотрим. Выкручивается, пытается защищаться правым бедром. Ох, было тяжело сейчас Расул Албасханову. Чуть было не попался. И еще не оставляет попыток последние секунды. А какая могла бы быть развязка? Вот это была бы драма и еще, но все. Вот теперь на этом, наверное, все. Кажется, именно эти парни разделят бонус. Дамы и господа, по завершении своего главного события обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of the co-main event, we go to the judges' scorecards. Все пятеро судей одинаково оценили этот поединок 49-46. All five judges are in agreement, scoring the same 49-46. Таким образом, единогласным решением одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при в наивеличайшем месте. Your winner by unanimous decision and goes to semi-final Расул Албасханов! Грозный, Россия! Расул, несколько слов после поединка. Поздравляю тебя с победой. Грозный! Шикарный бой. Невероятные 5 раундов, и в которых ты оказался сильнее. Как ты оцениваешь свое выступление и выступление оппонента? Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем гостям. Я всегда, мои близкие говорят, много говорю, но я сегодня просто от души скажу коротко. Если честно, все по воле Всевышнего. Амат Аштазад.
Честно, я всегда стараюсь готовиться хорошо, но когда ухожу в октагон, я не знаю, что со мной бывает. Люди думают, я устаю и так далее. Но на то есть причины. Мой соперник на этот раз вес не сделал. Он мужчина, Киргизстан Алла. Я процент его не забираю, то, что он мне должен отдать. Я оставляю ради Аллаха, бисмилля. Так что всем братьям, Чечня, гостеприимный народ, всегда принимает достойно. Как у нас нигде нету никаких залов, как нас нигде в мире не спонсируют. Вплоть до массажа, вплоть до формы, вплоть до машин. Нам все дает наш глава республики. Да, Аллах, Турция, Сирия, да поможет нам Аллах, верующие братья. Еще я хочу сказать большое спасибо Хасавюртовскому району, главе Хасавюртовского района, моему маленьку селе, салам алейкум. Нана, Талан Айяхнаун, эту победу посвящаю племяннику, вот это некрасиво, это моего покойного брата, сын, эту победу ему посвящаю. Ваши аплодисменты, Расул Албаскалан!